В предыдущем сезоне обе команды соперничали в футбольной национальной лиге. И астраханцы ее покинули не по спортивному принципу, как это должен был сделать «Факел», а из-за финансовых проблем. Поэтому для хозяев встреча в 1/32 розыгрыша Кубка России была очень важна, чтобы доказать своим болельщикам состоятельность местных футболистов, обыграв соперника из вышестоящей лиги. За исключением первых 10-15 минут, астраханцы весь матч доминировали на поле, и у них были реальные возможности для взятия ворот сине-белых. Во втором тайме воронежцы не смогли перехватить инициативу, и невооруженным взглядом было видно, как нашим не хватает травмированного капитана Игоря Лебеденко, получившего повреждение коленного сустава в игре с Сибирью. В его отсутствие игра у наших практически рассыпалась. Когда же на 74-й минуте был удален Максим Кузьмин, то сине-белые продержались на равных минут 5. На 78-й минуте даже мог отличиться наш Сандро Цвейба после передачи Артема Молодцова, но мяч попал в перекладину. После этого «Факел» думал только об обороне, а несколько раз команду выручил вратарь Дмитрий Кортнев, что позволило в основное время и два дополнительных тайма отстоять свои ворота. Лотерею в пенальти уверенно начали хозяева. Юрий Пугачев открыл счет. Наши сразу же ответили промахом центрального защитника Максима Осипенко, не сумевшего переиграть вратаря. Надежду воронежцам подарил вратарь Дмитрий Кортнев, парировавший второй пенальти от хозяев. Но тут же все загубил еще один наш центральный защитник Олег Бабенков, послав мяч над перекладиной. Это и стало началом конца, потому что дальше игроки обеих команд уже не промахивались. И при счете 4-2 в пользу «Волгаря» судья остановил матч, когда у наших оставался лишь один штрафной удар. Более 2000 астраханских болельщиков, столько сейчас ходят на стадион и в миллионном Воронеже, будут благодарны своим любимцам за самоотдачу, чего не скажешь о фанатах «Факела». Мы, в общем-то, столкнулись с очень организованной, такой дисциплинированной, тактически обученной командой. Вот. Если в первом тайме, думаю, что где-то, может, мы имели территориальное преимущество, но до реальных угроз ворот соперника, в принципе, ничего не доходило. В общем-то, мы практически ничего не создали. Вот, в отличие от хозяев, которые, я считаю, что там два подхода-то были неплохих. Вот. Что касается второго тайма, здесь уже в этом плане у нас не так хорошо получался выход из обороны в атаку. Мы никак не могли, в общем-то, зацепиться за мяч. Вот. Надо отдать должное хозяевам. Они, в общем-то, тоже оказывали определенное давление. Вот. После удаления, в общем-то, стало очень трудно, в общем-то. И мы практически играли только в обороне, не имея даже возможности выходить в контратаку. Вот. В общем-то, надо все равно отдать должное нашим парням. Они, в общем-то, выстояли, смогли сохранить ничейный счет. Вот. Пенальти это, сами знаете, это уже лотерея. Сергей Васильевич, как оцениваете судейство? Судейство? Я ничего не увидел, будем так говорить. Отсудил, считаю, что довольно-таки профессионально. Настраивались ли как-то по-особенному на кубковый матч, с учетом, что команда наша играет во втором дивизионе? Не могу сказать, что прямо особый настрой у нас какой-то был. Однозначно хотелось как можно дольше пройти, будем так говорить, по кубковой сетке. В общем-то, пример, будем так говорить, в прошлом году того же авангарда Курского. В общем-то, вот там пример, что невозможного ничего нету.